дорогие наши дети, я очень волнуюсь, поэтому я скажу мало. Берегите друг друга, любите. Знаете, папа мне сказал, ты говори, так как я добытчик, я буду дарить деньги. А ты говори. Поэтому, ну еще раз, счастья вам, любите, берегите друг друга. Самого главного, чтобы у вас всегда все было. Все трудности вместе преодолевайте. Если что, мы поможем, мы всегда рядом. Поэтому, ну, ведущий, как хочешь, горько. Материнский мой наказ в свадебном веселье будет ласково звучать, будет самым первым. Дети, сладкой вам судьбы, счастья бесконечного, чтобы дружно жили вы, да с любовью вечную, чтоб без ссор и без тревог, с нежностью и лаской строили семейный быт, жили словно в сказке. Поздравляем вас, любви вам, счастья, горько! Поздравляю, в общем, вас с законным браком. Я желаю, чтобы вы были счастливы и здоровы на долгие-долгие годы. И самое главное, вы знаете, самое главное, это совет да любовь. Вот запомните, и вот эти два слова. Если будет совет, вы будете счастливы до 100 лет. А если не будет совета, то будет всяко. Вот, будьте здоровы. Это прекрасно, а свадьба – продолжение любви. Мы вам желаем огромного счастья. Будьте счастливы, пусть вас Господь берегет на ваши все долгие-долгие годы. Мы вас поздравляем с законным браком. Чат, с законным браком вас, здоровья, счастья вам на жизненном пути. Любите друг друга, уважайте друг друга, уступайте друг другу. И будьте верны друг другу. Счастья вам! Господа, буквально через несколько секунд в этом зале появляются два главных человека, ради которых вы все отбросили свои дела и примчались сюда, чтобы разделить их радость. Итак, давайте начнем аплодировать. Влад и Алена появляются в этом зале. Меня зовут Дмитрий Игнатьев, можно Диман, Митяй, Митенька, Димуля, Дмитрий Олегович, любитель фильма «Бумер», можно кричать «Димон!»
Добрый день, дорогие друзья! Рад вас приветствовать всех в этом очень живописном месте. Я могу очень долго лить воду и рассказывать, как здесь прекрасно и круто, но согласитесь, не для этого мы все здесь собрались. Друзья, сейчас я предлагаю просто шквалом аплодисментов встретить мега-брутала, альфа-самца, и все эти слова подходят к нашему сегодняшнему жениху Владу, друзья! Вот он! Вот он, этот парень, который решился на самый ответственный и важный шаг в своей жизни, появляется на этой дорожке уверенной поступью Конора Макгрегора. Пятюню! Отлично, занимай свое место, друзья, громче! Это было пушечно. Просто бомбяо. А сейчас, дамы и господа, как и договаривались, пожалуйста, приподнимитесь на своих местах, потому что здесь появляется самое роскошное, нежное, чистое, ласковое, лучезарное. Могу миллиард слов сказать, и ни в одном ни в коем случае не ошибусь. И все они подходят к нашей потрясающей невесте Алене. Да, друзья, вот такой сейчас она нежной, робкой, уверенной в то же время поступью движется к арке, где ее уже ожидает избранник. Тот, кого она выбрала. Вот такая радостная девчушка мчится к нам. Можно сказать, даже на крыльях любви. Друзья, ну погромче, ну поддержите. Алена и Влад, поздравляю вас с законным браком. Желаю вам всего-всего самого наилучшего. Самое главное – здоровья, счастья. Любите друг друга. Берегите. Спасибо. Горько. Знаете, просто есть такой ништячок в том, что мы все стали ребер. Знаете, какой? Мы можем сейчас подойти к папе жениха и попросить у него 5000 рублей взаймы. И он нам не откажет, потому что мы кто? Понятно! Ребер! Вот я сейчас предлагаю у мамы взять карточку и все немножечко ей перечислить, потому что в семье Парусовых убыло. В семье Парусовых убыло, ну, по соточке все, так, материальная помощь. Давайте еще раз поаплодируем вот этой потрясающей влюбленной паре. Винишко, шампанское, все для вас. Как у Стаса Михайлова, все для тебя. Чтобы вы прожили всегда вместе, и чтобы вы были всегда единой семьей. Дорогие друзья, поднимите, пожалуйста, руку те, кто знает, как начиналась эта история любви. Ну, не так уж и много, да? Поэтому, мне кажется, есть смысл рассказать эту историю. Очень часто перед регистрацией я прошу, чтобы наши влюбленные написали, ну, хотя бы пару строк о том, как развивались их отношения. Я был обычным парнем 17 лет. В 2013 году мне предложили съездить в лагерь, подработать вожатым. Рано смеяться. Там будет жестче. Я уехал туда с мыслью, что ха-ха-ха, буду веселиться, и у меня будет беззаботное лето. Но там я встретил ее, и мой мир перевернулся. Ей было 14. Но я знал, что я люблю опасность. Я сразу заметил ее
но она не обращала на меня никакого внимания, и тогда я пошел на крайний шаг. Я сказал, что я женат, и у меня двое детей. И она повелась, потому что она тоже опасная девчонка. Я и мои знакомые вожатые ходили к ним в домик ночью, скрываясь от их грозной воспиталки. Пару раз нас почти ловили, но в последний момент мы ускользали. Так незаметно пролетел июнь, и нам пришлось расстаться. Я этого не хотел, но моя будущая теща была против, к сожалению. Мое первое знакомство с будущей тещей произошло так. Вот сейчас внимание. Мы гуляли по шигонам. И тут, как призрачный гонщик на скутере, залетает она. Теща. Это было сыкотно. Но сердце моей тещи оттаяло, когда я приготовил романтический сюрприз для ее любимой дочери. После этого я на протяжении 3 лет каждые выходные ездил к ней в старинном, полностью забитом ворчащими бабками пазике. И тогда я понял, это реально любовь. 5 июля у нас было 7 лет. Поаплодируйте, друзья, вот она, эта история любви. Ну что же, прошло 7 лет, и сейчас, ребята, посмотрите на ваших гостей. Они улыбаются, радуются, потому что в наших сердцах сейчас царит, да и безраздельно властвует простое человеческое чувство. Радость. Чистая, искренняя. Мы радуемся за вас и волнуемся вместе с вами, потому как отлично знаем, какой ответственный, важный и судьбоносный день наступил в вашей жизни. Влад, Алена, впереди вас долгая и счастливая жизнь. Впереди мечты и свершения. Взлеты и падения. Победы и, к сожалению, поражения. Поэтому с этого момента вы должны четко понимать, вы в ответе не только за себя. Теперь вы в ответе за свою вторую половину, которая навеки соединяет свою жизнь и судьбу с вами. Поэтому в присутствии ваших родных и близких я обязан спросить вас, с открытым ли сердцем, по собственному желанию и доброй воле вы заключаете этот союз. Влад, скажи в микрофон во всеуслышание, чтобы потом не возникло ни единого вопроса. По собственному желанию и доброй воле ты заключаешь этот союз. Нет. Я не могу сказать «нет», потому что я очень ее люблю и не представляю своей жизни без нее. Поэтому только «да». Вы понимаете, кто сочинение писал, да? Алена, ответь ты. По собственному желанию и доброй воле ты заключаешь этот союз. Скажи просто «да». Да. Да, друзья, она сказала свое «да», уверенная. Влад, берешь ли ты Алену своей законной жены? Обещаешь ли ты любить ее, ценить ее, оберегать ее, чтить и защищать ее, понимать ее и быть верным ей во веки веков. Обещаешь? Обещаю. Пообещал, друзья. Все слышали? Пообещал. Алена, берешь ли ты Влада в свои законные мужья? Обещаешь ли ты любить его, ценить его, оберегать его, чтить и почитать его и быть верной ему? Пообещала, друзья. Пообещала. Ну что же, а сейчас в присутствии ваших родных и близких я попрошу, чтобы вы произнесли слова клятвы любви друг к другу. Ну, к этому я не готовился, но я обещаю тебе. Я постараюсь быть для тебя лучшим мужем, лучшим отцом для наших детей. И все, что будет в моих возможностях, я буду стараться все вам дать. Я очень тебя люблю. Да. Меня об этом не предупреждали. Ну, что тут сказать, что тут добавить? Я, конечно, тоже со своей стороны много чего обещаю. Оно, в принципе, и так есть, я надеюсь. Вот. Да, спасибо. В общем, очень тебя люблю. Все. Друзья, ну погромче. Ребята волнуются, переживают.
Под эти аплодисменты я попрошу, чтобы здесь появились два главных символа сегодняшнего торжества. Это, естественно, обручальные кольца. Самый важный человек несет их. Сестренка. Можно аплодировать. Ну, похвалитесь, похвалитесь, покажите всем эти два кольца. Вот они. Ну что же, с этого момента вы одно целое. Вы семья. И я властью, данной мне любовью, объявляю вас мужем и женой, друзья мои. Сейчас вы можете подойти и первый поздравить уже не жениха и невесту, а мужа и жену. Подойдите, скажите самые теплые слова, обнимайте, целуйте, плачьте. Сейчас можно все. Самое главное, слушайте друг друга, слышите друг друга, прощайте друг друга. И всегда все будет хорошо. В семье будет лад и мир. Алена и Влад, поздравляем вас с законным браком, желаем счастья, здоровья, успехов, детишек. Всего самого лучшего, чего вы сами себе пожелаете. С законным браком пожелать вам идти по жизни всегда рука об руку. Ну, любите друг друга. Будьте счастливы, ребят, взаимопонимания вам и любви. Это танцы основной массы гостей через 3 часа. Если бы я был черным Мигелем, я сказал, ты в танцах. А можешь под эту музыку тверк? Выходи, как Конор Макгрегор, на бой просто. Вот эту. Ей муж крикнул, давай как дома, она такая, опа! Пожалуйста, не переставайте каждый день, в суете дней доказывать друг другу, как вы друг другу дороги, как вы друг друга любите. Слушайте, слышите, поддерживайте, будьте опорой, надеждой, я не знаю, всегда и во всем.
be feeling same as the beginning. Waste of time, waste of time. Somehow you intruded. Вы знаете, что мы вас любим, уважаем. Хотим, чтобы быстрее у вас родились маленькие реберты. Чтобы их было много. Да ладно, чтобы ты из компании не пропал, самое главное. Обычно вообще очень зашкварно выбегать на Бузову именно вот. Но! Кирюху! Он говорит, вижу цель, не вижу препятствий. Ребят, я вас люблю. Всего вам Кристаллик с большим отрывом, красотка, побеждает девочка! В одну промилю, в одну даже сотую промилю техническим нокаутом в первом раунде побеждает Евгений Кровавый Бобёнок! Ну всегда так все говорят, когда хотела поймать, у тебя его отнять, конечно. Ну и не очень-то и хотелось. They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about